Привет. Здрасте. Чё, чупа-чуп вкусный? Да. Да. Часто сосете? Ну, смотря что. Oh my. Ну, я про чупа-чупс. Да нет. Я нет. Музыку любите? Я тут, короче, разучил песню. Могу на зацен вам сыграть, Давай. если не Давай. торопитесь. Коржа, вообще слушаете? Да, кстати. Новый Особенно альбом его. вышел, доверял, там есть песня такая. Сейчас попробуем. Берега реки, вновь ласкает день, солнце одинаково улыбается всем, но покой не дают мысли по пути. С кем бы идеально в эти берега зайти, планом вопреки, знай, что в каждом есть добрый светлый ангел и насыпающий бес. И по тонкой нити суть по жизни такова, какая тебя отдалит сторона. Эй, я бы доверял, я бы доверял, если бы о жизни так ты ничего не знал, о том, как бистик режет гордость пополам, и какой бывает там внутри потенциал. Эй, я бы доверял, если бы в груди сканины не тушил пожар. Откуда это, спросишь меня, я узнал, я и доверял. Ты исполнил лучше Коржа. Да, ну прям. Да. Классно. А сами-то кого слушаете? Я старые песни слушаю, которые наши родители еще слушали. А я, честно, не сильно часто музыку слушаю. Когда Белая ночь опустилась, как облако. Да? Я тоже добавила. Веня. Попытка номер 5. Солнышко, чистый лист. Плачь, смотри, он плачь, не знает смотри. Ничего. Он не знает ничего, я помню. Мой ненаглядный. Мой ненаглядный. Водки на столе. А попытку номер 5, блин. Как там еще поются? Сейчас. А я... Да-да-да, давай припев. Типа... А я простил его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер 5. А я простил его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого, теряя независимость. Все. Просто офигительно это. Вообще круто. Привет. Привет. Уроки что ли делаешь? Или что? Нет, я просто очищалась от волос своих. Линяешь что ли в таком возрасте? Ты вообще музыку слушаешь? Да. Какую? Да, не знаю. Ты знаешь Алену Швец? Знаю, но не пою. А, ну тогда ладно. Блин, спрашивают, надо хоть одну песню разучить, что ли? Ну давай, разучи сейчас. Прямо сейчас не успею. А у Алены Швец какое настроение в песнях? У нее ЛГБТ. Да, тебе нравится такое? Ну, как ты по девочкам, ты по девочкам. Нет, я по мальчикам. Ты, если, ну послушаю я, если ты Алену Швец слушаешь, значит, тебе и нервы близки, мне кажется. Да. Да? Ну, у меня в плейлисте есть «Счастье». Ну, такие самые популярные, короче. Ага. «Счастье». Вот. Да, это один из моих любимых треков был в свои годы. В свои годы? Что это за смех был? Походу, я реально стареть начинаю, да? Давай, счастье, попробуй тебя спеть. Ну, давай. Резко так, неожиданно. Я не хочу курить после любви, я хочу наслаждаться тобой. И ничего тебе не надо говорить, ты без слов прогнала мою боль. И ты такая, даже не знаю, как описать тебя. Нет слов, просто нет слов. На моем плече засыпает твое счастье, счастье. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Возвращаться домой, когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой.
главное, не забыл слова. Все течешь? Из носа. Это я так сегодня на почту зашел, надо было заполнять бумажку. Думаю, о, сейчас я его закапаю тоже. Течет и течет на после улицы. Прилепли, что ли? Да. А, не могу отвлечься. Ты что, дура? Где-то я это видел уже. Ну и сколько же вам? 17? 16, не угадал. Ага, ну мне тоже вот примерно. Примерно. Знаешь, в каком я классе? Чего, в каком классе? В восьмом? Девятом? Девятом. Мини-классница! Ура, вы победили. Несите приз. Вау, улетел я. Ну, песня для восьмиклассниц тогда, да? Пусты на улице вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно, ты говоришь, пойдем в кино. Я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. Ладно, хватит. Это потрясающе. Шикарно, да? Да, я в шоке. Ой, давно не было таких комплиментов. Не, правда, прикольно поешь. Спой что-нибудь. Ха! Так, взял и спел, блин, в лоб. Ну, давай вот эту. Такую. Ночь. Крыши частных секторов. Собаки воются от дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь, что? Я сегодня не вернусь домой. Ты так давно того хотел. Батя, не волнуйся за меня, малый повзрослел. Да, вот, люблю качать. Че, мы не поняли? Это твоя инста? Да. Да. Че? Есть кто подписанный из ваших? Подожди-ка, подожди. У него 168 тысяч. Да подожди. Там показывается, нет? Да, друзья подписанные. Подожди. Во-во-во, круто. У меня же рука вот. Я думала, я с обычным человеком общаюсь. В смысле, а что, необычный, что ли? Да вообще чудо. Меня стрясёт, блин. Я не ожидала никогда. То есть мы реально сидели так спокойно общались. Типа, ну, обычный человек такой адекватный, нормальный. Потом только инсту, я такая, думаю, ладно, ну, смотрю, думаю, ну, может, не то, перепроверю. Меня так трясёт что-то вообще. И что изменилось, да, вот и что изменилось? Просто цифры увидели, и всё. Ну, вот, ну, тупо 1-3 миллиона тикток лям. Ну, о, кстати, заходите там, или, ну, где-нибудь сидите в ТикТоке или на Ютубе. Ну, все, теперь все лайки, это все про лайк. Мы реально думали, ты просто обычный реально человек, но мы не ожидали. Да, ну, обычный. Ну, в смысле, обычный это обычный, ну, блядь, непопулярный. Да, типа, вот. Ну да, ну, Крид вряд ли здесь будет сидеть. А ну, знаешь, какие? Литвин тут как-то же сидел. Кто? Литвин. Ну, только сегодня приснилось днем то, что я с какой-то знаменитостью стояла, разговаривала в магазине. Вещи походу приснились. И едем в Казань? Да.